садит, ребят. Леня. Во, где? В честь дня рождения, потом табличку запомнишь. Точно, давай сейчас. Да, будет знаменатель. А сколько лет тебе? Не один. Сегодня. Ну вот, это видишь, как здорово. Давай дух посадим. В честь твоего 11-летия дух посадим. Твой честь будет. Так, молодежь, кому еще один? Меч Рулиса. А я второй посажу. У меня послезавтра. Чтоб все корни туда вошли. О, отлично. Все корни туда вошли. Аккуратно, аккуратно. Руки убирай. Дядя, мы в прямом эфире. Отлично. Спросите что-нибудь у начальника. Ты запомнил, Филипп, где лопата у тебя? Он будет дуб. Это вот смотри, так, Кать, мы в прямом эфире что-нибудь нет? Спросите. Первый дуб после елок. У начальника. Все, в честь твоего дня рождения. Нормально, нет? В еще дуб ставим. Катя, Катя. Мы же елку дуб. Елку дуб? Да, именно так. Нет, подожди, давай мы с тобой сейчас придумаем. Смотри, дуб разрастается, корни достаточно серьезные, они идут глубоко. А у елки сверху идут, да? Да, сверху, елки поверхностные. Поверхностные, да, поэтому ну, здесь они тут страшного, они должны, нет? Они все равно потом будут все пересаживаться, в зависимости от приживания. Это получается как некий питомник, потому что все почему так часто сажают? Понятно. Елки через 70 тоже друг другу будут мешать. Поэтому они, когда вырастут до нормального роста, их потом еще разряжают, уже с определенным расстоянием, как положено. А мы сейчас у девушки спросим. А тут можно сажать разве вот так вот близко? Пойдем. Как? Мне кажется, его надо немножко пать. Да, у него же корни помощнее, да. У дуба. А? Они будут сушить, мне кажется, нет? Ну, мне кажется, у него и отпад больше. Они говорят, дуб подальше. Я говорю, не может быть, дуб полтора метра, они же дуб подальше надо. Вот еще дуб начинает, у него корни мощные. Александр Борисович правильно сказал, дуб подальше. Вообще желудями даже сажают, их несколько штук в одну лодку. У них отпад большой, поэтому они... Ребят, давайте дуб, ребят. Вот дуб можно посадить, ребят. Дуб. Ну, девочки, мальчики, ну, давай. Осторожнее, ребенка не задавите. Вот ребенку надо было дать. А она елку первую посадила, мы ее уже дали. Ну, знаешь, как, чтобы корни все были внутри, да? Аккуратно. Как зовут такую высоту? Давай чуть поменьше. Нет, побольше надо сделать. Дальше, побольше. Как? Давай, чем побольше. Настя? Настя? Настюш, ну ты еще будешь сажать? Да. Ну, я же говорил, что ты тоже хочешь давай. Еще посадить. Осторожно. Давайте еще. Да. Поглубже надо.